В общем, как вы уже поняли, мама — это и прятки, и шпионство, и прочие игры, и домашние заботы, и дела, и вкусный борщ. Мама, я уже Вот так справилась. проходят, хорошо, вот так проходят наши выходные, вот так в таких вот играх, шпионских страстях. Вот таких вот играх, шпионских страстях, в прятках, домашних делах, домашках. В театр ходили. Мама, ты как я придумала? Супер. А я о чем говорила? У шпиона, по идее, должна быть шляпа. Мы решили, что нужна черная шапка. Но шапка есть черная только у Владимира на данный момент. И все в стирке. Я решила, что нужен еще шарф и увеличительное стекло обязательно. И тогда... Бубу! Бубу, кстати, тоже с нами играет. Он присоединился к нашим играм. Он это тоже. Дамир, свали оттуда. Он тоже играет, Бубу. Подключаться к нашим играм. Владимир тоже поиграл. Дамир очень его ждал, очень соскучился. Прям вот так к нему не отпускал. Говорит, никуда тебя больше не отпущу. Они немножко поиграли, вот. И Владимир сейчас отдыхает. Он очень устал с поездки. Вот, поездка была очень долгая. Поездка была очень долгая, он очень устал. Вот, все, мы будем играть. Спасибо, что были сегодня с нами. Всем доброй ночи. Завтра понедельник, начинается рабочая неделя. Всем хорошей рабочей недели, бодрости, позитива, приподнятого духа и так далее.